Здравствуйте! Сегодня я хочу зажечь для вас навигационные огни от тайваньского производителя Yosfu, артикул 108-10. Это заводская упаковка, именно в таком виде товар находится на складе. Для вас сейчас я немного разберу этот ходовой огонь. Как видите, светофильтр, основа, в которой находится лампа накаливания. Такие лампы приобрести тоже не составляет проблемы, если эта лампа вдруг у вас по какой-либо причине сгорит. 12 вольт, 5 ватт. Написано на цоколе. Как видите, провода не промаркированы, а значит полярность подключения не имеет никакого значения. Красный огонь должен у нас гореть красным цветом. Так оно и есть. Сейчас мы подключим зеленый, который должен гореть зеленым цветом. Как видите, он горит зеленым цветом. Надеюсь, вам понравится мягкий аналоговый свет этих ходовых огней. Если же вы предпочитаете светодиодный, в интернет-магазине «Водник» вы всегда сможете найти и такие.